Гайсы, я надеялся, что я похудею к лету, что скину 10 лишних килограмм, и меня ждал провал. И в этом видео я вам расскажу, каково же быть толстяком. Поехали! Если вы хотите похудеть, то все не так просто. Если вы начнете отжиматься, то у вас ничего, скорее всего, не выйдет. Если вы толстый, то это видео для вас просто находка. Я расскажу, как похудеть. Первое. Мы должны много двигаться. Но если у вас слабые ноги, попробуйте руки. Передвигайтесь на том, на чем хотите. Самое время подкрепиться, потому что похудение без диеты не диета. Есть надо обязательно. Еще раз. Конечно, общественно признанное средство для похудения – это танцы. Вы видели хоть раз жирного танцора? Я тоже видел. Но он один, а худых много. Сейчас я вас научу своему искусству танца. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini, purple Lamborghini lurking. Ain't no mercy. Хорошо сжигают вес. Перерывах между похуданиями очень полезно смотреть телевизор. Только его надо включить. Где пульт? Я не вижу пульт. Сладости мы не едим, потому что в них много калорий, и мы из-за них толстеем. В общем, ребята, я надеюсь, вам понравился этот ролик, и если так, то почему не подписаться на канал, не поставить ему лайк. А с вами был Жирный Ивангай. Всем бай-бай! Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.